Итак, выбираем возраст, друзья, мужчина либо женский пол. Подтверждаем загрузочка. Итак, заставку смотрим. Дикий страшный волк на нас охотится. Сдувает всех просто, разбивает все. Свинья одна плачет и думает, надо построить каменный дом. Только каменный дом нас спасет. И никак по-другому. Пикник, сайди пикник, продолжение. Нажимаем на конвертик и получаем 20 сердечек сразу. Бабах. Нажимаем сюда и играем. Итак, загрузка, что у нас смотрит? Нам надо составить дорожки, то есть это, ну, фактически пятнашки, да? Вот составляем вверх дорожку, он бежит, собирает разные фруктики. Сверху ты видишь, у нас уже 19 сердечек из 30. Так, это мы пропускаем. Этап очищен. Далее мы смотрим, что нас ждет далее. Дальше будет интересней. Здесь все просто. Все просто. Пока легко, как всегда. Это начало. Думать не надо. Мы идем. Отлично, отлично. Собираем вкусные фруктики. Быстро, просто и легко. Нам надо из точки А добраться в точку Б. И чтобы все было у нас замечательно. Итак, ты это сделал. Я, да, я такой. За видео можно посмотреть рекламку и получить больше всяких ништяков, призов и кайфушек. Киви, виноград и банан мы собрали и бежим сразу, сразу без остановок. Без остановок тут все очень-очень просто. Вообще все на и просто на изи, я тебе говорю. А я тебе говорил, на изи мы будем проходить. Вначале всегда так. Так, что тут у нас все просто? Может быть, надо короче дорогу делать? Не знаю, не знаю. Но пока все легко. Все легко, все просто элементарно, элементарно. Бегают свиньи, собирают, короче, они кучу фруктов. Нам, по идее, надо построить дом. Как к этому относятся фрукты, я пока не понимаю. Да, тут понятно. Собрали непонятный фрукт, кусочек арбуза и банан. Уже 8, сразу, смотри, сразу, сразу с лету сходу. Так, что тут у нас? Ага, смотрим. Ага, вниз. Че ты не разобрался? Все ж просто, все ж легко. Отлично, открываем сундук. Переходим в письмо. Так, учебник награды, кирпичный пакет. Давай получаем. Нажимаем на свинью справа. Нажимаем на свинью. Так, мы строим. 6 кирпичей у нас, чтобы построить дом за 3, 2, 1 и дом готов. Теперь вы можете принести нового персонажа. Добавляем. Нажимаем сюда, нажимаем сюда. Кирпич недостаточно. Идите сюда. Попробовать это сейчас бесплатно в первый раз. Первый раз бесплатно, и мы все фрукты молим, месим и делаем. И случайный результат подтвердить. И что у нас сделалось? Попробовать еще. Не надо нам еще добавить кирпичей. У нас хватает их? Где кирпич? А, вверху справа кирпичи. Только 2 кирпича. Мы можем выбрать вот этого чувачка, и он теперь у нас будет бегать. У нас полчаса бесплатно играть. Погнали. Вау. Удачный бонус. Выбираем. Плюс одно сердечко. А у нас так они бесплатные. А у нас и так они бесплатные, я говорю. Проходим. Хорошо. Собрали мы, молодцы. Вперед. Удачный бонус. И совет 2. Ага, нам советуют, как быть. Хорошо, подсказочка. Короче, класс, ну, случайно получил рекламу. И у нас этап очистить. Что это такое? Ага, сам, все. Это самый лучший бонус, он просто сам все добивает. Просто сам пропустить вперед, погнали. Погнали, давай третий. Третий опять очистите. Да мне везет, мне просто везет как новичку. Так, что еще? Давай второй. Второй этап, да, ты посмотри. Давай теперь первый. Хочу первый, я думаю, в первом будет то, что надо. Смотри, нифига. Совет. Ага, совет. Кирпичи тут мы собираем. Так, совет, чтобы собрать кирпичи. Но нам надо этот кирпич собрать, смотри. Это значит вот так, вот так, вот так, вот так. Вот этот.
Нет, вот этот сдвигаем. Вот, оп, оп и оп. Хорошо, хорошо, все. Свинья довольна, а я, значит, доволен. На рассмотрение, спасибо за игру. Оценим обязательно, не сейчас. Пока рано, рано оценивать. Давай третий. Третий, замена у нас есть. Какая-то замена, что-то мы можем заменить. Тут я не знаю, что заменять. Все очень, видимо, просто. Ничего не надо заменять. Все четко проходит. Четко проходим, четко ставим. И давай, 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 третий. Никто. Никто это что? Это вообще ничего. Смотри, обрати внимание, стрелочка вверх показывает, откуда свинья будет идти. Вот так, вот так и вот так. Все, лимон, киви и непонятный фрукт собрали. Мы с тобой уже до 17 уровня дошли только так. Давай второй. Плюс одно сердечко, но у нас бесплатные сердечки. Опускаю вес, поднимаюсь сюда, сюда и вот сюда. Все, по длинному пути, но зато безопасному. Безопасному. Прикольно, прикольная игра. Залипаю, я прям залип. Четвертый. Так, ага, нам показывает как. Вот так, вот так. И надо еще самое главное, чтобы на дорожках были фрукты, иначе мы соберем меньше, чем надо. А это вообще не вариант. Не вариант меньше. Двигай в 9 раз. Ага, это вот сюда. Это вот сюда. И сюда надо ровную. Ровную переместить. Вот так и вот так. Все четко. Все, все, все. Три кирпича. Я три кирпича собрал, кстати. Три кирпича — это вообще хорошо. А есть у меня количество раз, которые я могу, знаешь, задействовать. Так, вот это вот сюда. Это вот сюда и вот сюда. И вот сюда, соответственно. Окей, окей, молодец. Я молодец. В принципе, ничего сложного. В принципе, вообще все просто. Все просто, все легко. Тут вообще элементарно. Элементарно вообще. На изи. На изи 22 уровень. Сюда нажали, получили. Мне подсказка, подсказка. Это вот сюда, это вот сюда. Это ровно сюда и вот сюда. Все. Все собираем, все собираем быстро. Я хочу другую свинью. Я могу уже другую свинью? Сколько у меня кирпичей? 6 кирпичей. Так, кирпичей 5. Вы можете получить больше персонажей. Да, 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 да. Нажимаем на свинью. Да, добавить кирпичи и новый дом строим. Новый дом строим. Строить, 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 строить и... Новая свинья, естественно, и выбираем. В следующий раз надо 8 кирпичей. Удачный бонус. Это почистить. Все, быстро. Свинья мега быстро пробежала. Третья свинья, 24 уровень. И вперед. Это почистить. Опять 3 кирпича. Нам надо 8. Не забываем. 8 кирпичей еще надо. Как-то еще можно перемолоть наши фрукты. Это почистить. Отлично, да мне везет. Интересно, сколько тут уровней? Сейчас глянем. Итак, у меня уже куча, просто огромная куча камней, и мы сейчас начнем открывать все новые, новые, новые постройки, новые дома и новые скины. Строй. 3 секунды, и у нас новый, 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 новый. Кто у нас будет теперь? У нас ученый. У нас ученый, но нам мало ученых. 10 еще. Следующий. И строим. 3 секунды. И дом готов. Быстро. Да, 3 секунды всего лишь надо. Добавьте плавить. Хорошо, давай добавим плавать. Плавить выбираем. И у нас еще, знаешь, что есть? Мы еще вот здесь можем попробовать сейчас. Давай попробуем. 5 фруктиков. И переплавляем, переплавляем, переплавляем. Случайный результат подтвердить. Еще фрукты. У нас 154 фруктов. Мы можем... очень много, очень много. Зачем я выбираю по 5? Я же могу сделать все. Все 45. Что у нас будет? Что у нас будет? Что у нас будет? Ух ты, нифига себе. Подтвердить. Давай еще раз. Офигенно, да, мы, короче, коктейли такие мутим. У нас выпадают и кирпичи, и жизни, и чё только не выпадает. Всего, да дофига, да помного. А уровни стали, кстати, я тебе говорю, посложнее уже. В некоторых я прям зависаю. Погоди, погоди, давай, сколько у нас остается? 15. 15 пробуем. Пробуем, у нас 12 вообще-то кирпичей, если чё, выпало.
У нас 12 кирпичей, 15 кирпичей, еще свинью давай, вот эту. Фермер-свинья, по-любому, смотри, шапочка видно, да? Под замком будет фермер-свинья, с фермер это нормально, это хорошая свинья. С ней всегда будет вести, меня выбрали, продолжаем. Смотри, тут уровни уже, я тебе говорю, до 53-го я дошел, то почистить, ну это просто. Какая-то она ленивая. Ленивая фермер-свинья. Ну ты чё такая ленивая? Не, не ленись. Бонус, 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 бонус. Замена. Смотри, здесь если не получается, можно вот так нажать, и тебе проложат путь. Но это в крайних таких. Знаешь, в крайних случаях надо использовать, когда ты ну совсем растерялся и просто не понимаешь. Просто не понимаешь, что происходит. Таких вот прям... Вот, допустим, вот здесь фиг поймешь, да, как сделать. Вот сюда надо проложить вот так, вот так, вот так, я так думаю. Вот, все, тут все просто. Тут вот не стоит, надо чуть-чуть, сначала чуть-чуть помозгуй, а потом уже, потом в случае чего, в случае непонятности каких-то. Вот, допустим, тут запутано, сразу берем, рисуем, ага, вот сюда, вот так. Тут, видишь, все, в принципе, было, блин, просто. Да давай вверх и вниз. Это сюда, это сюда. Когда много свободных, в принципе, клеток, это несложно. Когда одна-две клетки, это уже, да, это уже прям надо прям соображать, надо думать, что, как отодвинуть. Я вот бывало сидел, вот реально 2-5 минут мог просто позалипать. Я не знаю, что такое заменок. Это как-то что-то с чем-то заменить я могу, получается, да? Так, ну тут все... Ага, вот, все, смотри, этот наверх надо прогнать, я так понимаю. Вот сюда, смотри. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А этот вниз, наоборот, надо... А, нет. Так не получится. И этот не получается, а его надо обязательно. Давай посмотрим как. Вот, он советует намного быстрее все сделать. Все намного быстрее он советует сделать, только надо долго-долго убирать вот этот. Вот, все. Видишь, на самом деле гораздо все проще было, а я прям тупил, подтупливал, затупливал и тупил. Непонятно. Интересно, в принципе, интересно, интересно. Вот, сразу показываю, смотри, опускаем сюда. Здесь сюда, здесь сюда, сюда, сюда. Все просто. Все, у нас фермер работает, фермер усердный. В принципе, прикольно, ребят. Ну, блин, прям кайфово. Интересная игрушка мне зашла. Она... развивает сообразительность, ты думаешь, ты собираешь, открываешь новые скины себе для всей семьи, думаю, вообще кайфово. Понравилось и тебе, лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплей, подписывайся на все социальные сети, все ссылочки, конечно же, в описании. Ну а на этом все, увидимся в следующем видео, до встречи, пока!